Мы продолжаем серию интервью с нашими гостями. Валерий, расскажите, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, я представляю компанию La Keramici. La Keramici — это единственный эксклюзивный поставщик посуды из Италии, ВБЦ, который находится, естественно, в Италии. Так, расскажите, вы пришли сегодня не с пустыми руками, у вас опытный образец, да. Что это такое? Да, это наша тарелочка, это блюдо для сервировки, то есть мы возим посуду, которая является в большей степени декоративной для сервировки. Мы являемся лишь поставщиками, то есть мы не делаем сами посуду, мы привозим ее с фабрики, которая находится в Италии. Дизайн также разрабатывается в Италии, и к нам можно прийти и посмотреть посуду. У нас много интересных позиций, которые можно купить, кстати, уже сегодня и с достаточно приятной скидкой. Все производители стараются придерживаться каких-то тенденций, трендов, внедрять какие-то инновации. Расскажите про отличительные особенности той посуды, которую вы привозите. Я думаю, что отличительная особенность, ну, в принципе, тут видно, сейчас не видно, но вообще видно и понятно, что у нас очень много овощей, фруктов, у нас объемная посуда, то есть у нас не просто плоская посуда без рисунков однотонная, у нас классная, очень яркая, очень необычная посуда. У нас есть формы подсолнухов, формы зайцев, формы различных цветов и куча. Где можно ознакомиться с полным ассортиментом, посмотреть на все категории товаров и все дизайны? Можно это сделать на сайте lakeramici.ru, и также приходите сегодня к нам и завтра тоже на стенд F601, и мы вас там будем ждать. Мы желаем вам хорошего бизнеса, пусть ваш потребитель, ваш покупатель оценит те модные продукты и товары, которые вы возите из Италии. Хорошо, спасибо большое, хорошего дня. Хорошего бизнеса.